Очень приятно сегодня снова быть вместе с вами. И очень приятно сегодня быть в Сургуте. Я всей души, я всего сердца желаю, чтобы все осадки, метели, угробы, туманы были где-то очень и очень далеко. А мы с вами дарили друг другу радость общения и тепло наших с вами сердец. Вспомни меня, Сургут! Любимых и самых желанных для вас, девчонки! Девчонки! Вот
выражу общее желание всех мужчин, пожелать, чтобы в вашей жизни было как можно больше счастливых дней, улыбок, здоровья и, конечно же, цветов! Следующую песню вы хорошо знаете в исполнении Киркорова и Распутина, сегодня в авторском варианте. Золотится роза чайная, я думаю, мы споем ее вместе! Между нами.
Я смотрю, здесь люди пришли подготовленные в галстуках. А я на самом деле хочу как раз предложить песню, которая взбодрит нашу уверенность в себе и сделает ближайшие дни с верой в будущее. Значит, что пою я? Мама в нашей школе пионер. О-о-о, что поете вы? О-о-о. И генеральная репетиция. О-о-о. Мама, я хочу быть пионером. Да здравствуют наши дети. Лучшие дети на этой планете. И, конечно же, да здравствуют мамы наших прекрасных детей. Лучшие мамы в мире. Следующая песня, думаю, вас взбодрит в неделю, как минимум, в самых главных энергетических своих свойствах. Position number two! Ты расскажи мне, где ты была. Ты расскажи мне, как ты жила. Что ты творила? В Сургуте.
настоящими новогодними праздниками вас всех. Я искренне люблю вас и надеюсь на взаимно. Давайте чаще встречаться, реже расставаться. И не только ставить лайки друг другу в инстаграме, но и встречаться вот так глаза в глаза, сердца в сердца. Спасибо!